Сегодня говорим о Тобольске. Там в летнее время жизнь бьет ключом. Одни ребята отдыхают на детской площадке, другие играют в шахматы под открытым небом. Происходит это в рамках программы «Игры улиц», которая набирает обороты. Меня в детском садике научил мальчик, и мне как-то понравилось, я начала играть. Самое главное, кажется, нужно знать дебюты, партии, запоминать, решать задачи. Ну, все вроде. Мне это нравится — играть в шахматы, это мое увлечение. Я с детства это любил — играть в шахматы, и вот хочу дальше развиваться в них. Они помогают, например, в математике сильно. Но, например, умеешь читать примеры. Главный феномен шахмат заключается в активном стимулировании нестандартного мышления. Игроки жертвуют фигурами, маскируя стратегию своей игры, усыпляют бдительность противника, а в решающий момент за 2-3 хода кардинально меняют ситуацию на шахматной доске. Мы в очень раннем возрасте как бы начали с ним, попробовали позаниматься дома, ему очень понравилось. И, ну, увлекся ребенок. Потом у нас чемпионаты начались, как бы он выигрывал, дальше продолжил. Шахматы мало продвигаются, как бы, в стране, поэтому нужно, как в Советском Союзе, чтобы в каждой лавочке были шахматы. Новый проект стартовал в начале лета. Он включает в себя соревновательную программу и реализуется на открытых спортивных площадках Тобольска. Здесь не все, скажем так, участники, они у нас периодически меняются. У нас здесь площадка по вторникам проходит, и по четвергам возле гимназии проходит площадка. Тоже так же все желающие могут прийти и поучаствовать. Также на спортивных площадках пройдут соревнования среди дворовых команд по стритболу и волейболу. Регистрация на игры проходит в формате онлайн на официальной странице группы в социальной сети ВКонтакте. И это все на сегодня. Остальные новости спорта вы можете найти в телеграм-канале Тюменской арены. До встречи в эфире!